В регионе 8 школ прошли капитальный ремонт, находят решение проблемы школ с трехсменным обучением. Новый облик приняла после капитального ремонта 222-я школа. Снаружи здание облицовано металлическими панелями, заменены окна. Раньше окна были деревянные, быстро рассыпались. Сколько ни утепляют, дуло из всех щелей. Дети мерзли. После капитального ремонта предстоящей зимой они будут учиться в тепле. В областном центре в целом проведен капитальный ремонт в 5 школах. Также решена проблема перегруженных 4 школ посредством строительства пристроек. Раньше в школе на 624 места учились 2000 детей. Сейчас в двух корпусах обучаются 2500 детей. Новые трехэтажные пристройки учатся 17 классов. В этом году завершается строительство первой в области комфортной школы. С открытием современного учебного заведения здесь будут учиться около 1800 детей.